Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны и маршалы. На связи штаб игрового спецназа. Мы продолжаем покорять новые территории для Османской империи в игре «Великий Султан». У нас пока глава «Новый век», 39-й предпоследний эпизод «Конья». Как коньяк, только конья. Атака. Караманская кампания 1. Конья. Политическая ситуация в Караманидах крайне нестабильная. Междуусобицы и вражда мешают жить простому народу. Нам необходимо вмешаться, Лала. Да, мой господин, разрешите мне выслать отряд разведчиков для того, чтобы оценить обстановку. Уже 5К. Отлично. Конечно, не факт, что мы под конец этой главы у меня будет 6К опыта, чтобы получить новый титул, но... Но нужно надеяться. Так, замок 2. Мой господин, многие поселения желают присоединиться к нашей великой империи, но... Что но, Лала? Нам будет необходимо защитить их от мятежников и из соседних земель. Ну, логично. Так, замок 3. Лала, не знаешь ли ты, кто командует повстанцами? Я восхищен его талантом. Его войска прекрасно организованы. Я слышал, что это некий пир Ахмед, мой султан. Отправь к нему посла, и наше предложение о заключении союза вели. Надеюсь, он откажется достойным, мудрым, и окажется достойным, мудрым, и сможет принять его. Повстанцы — это те же террористы, а с террористами мы переговоры не ведем. Так, замок 4. Мой господин, пир Ахмед искренне убежден, что местное самоуправление полезнее и выгоднее жителям, нежели жизнь в составе целеобразованного государства. Это странно, учитывая то, как много поселений с радостью присоединилось к нам. Думаю, он просто не хочет делиться ни с кем своей властью. Логично. Замок 5. Я требую оставить нас в покое. Эти земли веками переживали тяжелые времена и постоянную смену привычек пришлых правительств. Нам не нужно еще одно. Проваливайте. Мой султан, судя по всему, он убежден в своей правоте и говорит от чистого сердца. Но я слышу, что мнения среди его людей не так однозначны, и среди них есть те, кто на нашей стороне. Итак, пусть это будет война за сердца и доверие наших людей. Сначала мы покажем им, как мы заботимся и защищаем народ нашей империи. Да будет так, мой господин. Для начала я организую операцию по освобождению небольшого города в паре миль отсюда. Большинство жителей хотят присоединиться к нам, но пир не отпускает их. Yeah.
Что-то я тут сейчас вот, ребята, вот смотрю на вот это вот на свое прохождение. И что-то вспоминаю игру «Поцелуй богини». Я в ее играл вместе с Hero Hunters. Но из-за того, что, во-первых, надо долго качаться в Hero Hunters, и то, что нужно много проходить в God Esquiz, я забросил обе игры. Вот думаю, может как-нибудь вернуться. Хотя я в аниме игру, где там я управлял духами еды. Я, конечно, там тоже забросил, пытался вернуться, но как-то, не знаю, не получилось. Ну, ничего, попробуем как-нибудь. Наши люди не будут больше служить пришлым царькам. Уходите с этих земель, турецкие ублюдки. Ты и в самом деле не замечаешь, что твои люди хотят на самом деле. Они хотят мира и конца бесконечных сражений. Они хотят и безопасности, и процветания в составе моей империи. Ну, самовлюбленный, блин, и убежденный дурак. Что могу сказать? Ну, я, конечно, понимаю, что это плохо подчиняться работителям, но это смотри, какие они. Хочу сказать открыто. Потому что поработители могут оказаться лучше правящих. Конечно, в истории я что-то такого не припоминаю, но если там поставить себя на роль француза, живущего в Париже во времена наполеоновских войн, то русские, которые пришли в Париж, они вместо того, чтобы сжигать, то есть чтобы там вести себя как мародеры, они наоборот вели себя было достойно. Что ж, ребят, думаю, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Скоро уже финал.